Всем привет! Сегодня 2 января 2015 года. Вот такая беда случилась. Завтра на работу, а записнушка кончилась. Некуда записывать заказы. А нормальных записных книжек в продаже нету. Ну, нормальных — это нужного размера. Поэтому придется немножко поизвращаться. Вот такой блокнотик времен Леонида Черновецкого. Для начала насверлил дырочек. Теперь это нужно прошить. Обычная капроновая нить. Хорошенько надо прошить. И теперь в обратную сторону. И завязываем узелок. Вот так. Чудненько. Теперь лишнее нужно отрезать. Прикладываем линеечку и отрезаем. Не очень красиво, но зато будет надежно. Теперь нужно облагородить. Ну, конечно же, натуральной кожей. Я же мастер как-никак. Клеить буду сапожным клеем. Перед тем, как нанести клей на кожу, ее необходимо пропитать водой. Если клей глубоко впитается в кожу, кожа будет жесткой, а надо, чтобы была мягенькой. Поэтому сейчас намочим. Кожу намочил, хорошенько промокнул. Теперь можно наносить клей. Чудненько. И размазываем тонким слоем по всей поверхности. Теперь нужно подождать, когда высохнет клей и испарится вся вода. Пока будет высыхать кожа, покрою клеем обложечку, чтобы клей не попал куда ни попадя. Сделаем вот так.
тонким слоем. Высохнет, перевернем и намажем с обратной стороны. Продолжаю. Клей застыл, кожа высохла. Теперь мы это приложим вот так. Раз. Здесь немножко натянем. И два. И прижмем тепленьким утюжком. Немножко здесь. И вот так. Лишнюю кожу обрежем. Вот так. Также и здесь. И вот здесь. И немножко здесь. Вот что у нас получается. Теперь немножечко зачистим. Ну, я думаю, обойдемся без токарного станочка. Вот такая классная записная книжечка. Переплет из натуральной кожи. Все как положено. Все как у правильных мастеров. Годика на пол мне ее хватит. Всем, кто на канале, спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. И всем пока.